12 мая масштабной хакерской атаке подверглись ключевые ведомства в самых разных странах мира. Банки, сотовые операторы и даже виртуальные, составляющие национальных систем здравоохранения. Компьютеры были атакованы вредоносными программами особого типа. За доступ к зашифрованным данным хакеры требуют выкуп. Снять блокировку значит перечислить солидную сумму в криптовалюте – биткоин. В противном случае злоумышленники угрожают полностью стереть информацию с жесткого диска зараженного компьютера. Ряд экспертов, в том числе бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, полагают, что взломы, по злой иронии, проводятся с помощью инструментов, которые были разработаны разведывательной службой США. Юрий Козлов продолжит. Новички или профессионалы? За создателями вируса WCrypt, также известного как WannaCry, охотятся спецслужбы со всего мира, но выйти на след загадочных хакеров по-прежнему не удается. WannaCry – вирус-вымогатель, шифрующий данные на жестком диске. Получить доступ к своему компьютеру можно только после уплаты выкупа в районе $300 в эквиваленте. При этом программа поражает только Windows-устройства, на которых не были установлены последние обновления системы. В этом диалоговом окне говорится, что выкуп составит $300, если заплатить его в течение 3 дней. Затем сумма удвоится. Но даже когда данные уже зашифрованы, деньги можно не платить, если у вас есть резервная копия информации. Это лучшая защита от подобных атак. Европол ежегодно проводит около 200 глобальных операций, связанных с киберпреступностью, но мы никогда не видели ничего подобного. По последним подсчетам, у нас более 200 тысяч пострадавших в 150 странах. В основном это представители бизнеса, в том числе довольно крупные корпорации. Первой жертвой крупнейшей кибератаки в истории человечества стали британские госпитали, входящие в национальную систему здравоохранения. Несколько лет назад в целях экономии ведомство отказалось от технической поддержки со стороны Microsoft и в итоге оказалось уязвимо перед хакерской атакой. Эта катастрофа в конечном счете может сказаться даже на итоге досрочных парламентских выборов в Великобритании. Они назначены на 8 июня. Оппозиция обвиняет в киберколлапсе премьера Терезу Мэй и ее правительство, решив сэкономить на безопасности клиник. Национальная система здравоохранения оказалась уязвимой, потому что больницы не инвестировали деньги в безопасность. Они используют старые компьютеры, старые системы. Если бы они регулярно обновляли программное обеспечение и делали резервные копии данных, то избежали бы такого коллапса. И кризис в больницах — лишь один из примеров. Я знаю, что очень многие организации слишком легкомысленно относятся к киберугрозам. Именно легкомысленное отношение к кибербезопасности и банальная компьютерная неграмотность стали, по мнению экспертов, главными причинами быстрого распространения WannaCry. Еще в марте Microsoft выпустила заплатку для современных версий Windows, которая закрывает уязвимости, используемые вирусом. Более того, редмондский гигант обновил даже морально устаревшую Windows XP. Однако пользователи не спешили устанавливать критически важные патчи. В результате работа десятков крупных компаний была парализована. Сумму ущерба не называет ни одна из корпораций, но можно предположить, что речь идет о миллионах долларов. Из-за WannaCry была нарушена работа заводов Dacia в Румынии, Nissan в Великобритании, Renault во Франции. Серьезно пострадали сети японской Hitachi, португальских и испанских сотовых операторов. В столице Индонезии, Джакарте, WannaCry полностью остановил работу онкологической клиники. Жизни десятков людей оказались под угрозой. В данный момент 70 или 80% компьютеров нашей больницы объединены в сеть. Из-за вируса мы не можем получить доступ к базе данных пациентов, то есть мы не можем лечить людей. WannaCry поразил компьютеры нескольких наших кинотеатров. Из-за этого мы, к примеру, не можем показывать рекламу. Конечно же, наши клиенты в бешенстве, но мы пытаемся исправить ситуацию как можно быстрее. К концу недели распространение WannaCry практически остановилось, однако в Китае и России уровень заражения все еще остается очень высоким. В России атакам подверглись банки, мобильные операторы и даже силовые ведомства, МВД, Следственный комитет, МЧС. При этом, несмотря на масштаб нападения, платить выкуп кибермошенникам компании и рядовые пользователи не спешат. На данный момент создатели WannaCry получили от своих жертв около $90 000. Это не самая большая цифра в мире киберпреступлений. К тому же обналичить полученные деньги у авторов вируса вряд ли получится. Жертвы WannaCry перечисляли выкуп хакерам на 3 биткоин-кошелька, за которыми сейчас следят спецслужбы всей планеты.
Тем временем президент Microsoft Брэд Смит возложил вину за кибератаку на ЦРУ и Агентство нацбезопасности США. В свое время эти два ведомства собирали данные об уязвимостях Windows. В итоге информация попала к WikiLeaks и была обнародована. Смит сравнил кражу списка уязвимостей Windows с похищением нескольких ракет «Томагавк». Специалисты предупреждают, несмотря на нынешнее затишье, в ближайшие недели возможно появление новых, улучшенных вариантов WannaCry, которые смогут поразить намного больше компьютеров и с гораздо более разрушительными последствиями. Юрий Козлов, «Вокруг планеты».